Мы пообещали две песни. Это мы не будем тратить время зря. Две песни, да. Хорошо. Песня из цикла «Укусил меня Высоцкий». Песня про хорошего артиста. Думал, так не бывает, как без рельсов трамваев, но этот факт убивает миллионы сердец. При такой нежной ноте, на таком повороте, это как, это Паваротти, это полный певец. Мы поем ему гимны, он у нас позитивный, он же гостеприимный, этот наш президент. Это ж надо, как быстро иностранным артистам просто дарит, простите, непростой документ. Вот был случай со мною, я ждал посылку с едою, и за мной пред страною косяков вроде нет, но как будто нарочно я полгода жил на почте, и это при том, что я на родине. А тут прикиньте, французу прям открыли все лузы, нет бы, шел бы он юзом. Аривуар бы, адьё, тут своих прижимают, нет прописки, ругают, а паспорта получает всякое депардьё. Да хороший актер он, я же с этим не спорю, попадет он в историю, как пить дать попадет, и мы, поддавшись чарам, давай все дарить будем даром и делиться с Жераром всем, чё бог не пошлет. Может, скинемся дружно на квартиру, ему нужно, со с нуля же ему уже начинать надо тут, не отбился бы от рук он. Вот тут у нас театр кукол, там с актерами туго, его, пожалуй, возьмут, да на первых порах-то он водить мог бы трактор, он вообще как наш так-то, и насаст, и плечист. И я вот что думаю, братцы, а через эти все танцы, а меня возьмут во Францию, я же тоже артист. Браво, браво! Да. Вот про хорошего артиста. И квартирку где-нибудь в Нанте.